Знаете, итальянская школа, там Джоакимо Грека, наиболее известный шахматист того времени, и это исключительно игра на мат. Это исключительно игра на мат, поэтому вообще первый ход d4, он ну, практически не существует, да? То есть мгновенная подготовка развития слона, который может пойти на c4 и атаковать самый плохо защищенный пункт f7 в позиции, в начальной позиции. Вот это стратегия, да? Соответственно, конечно, быстрейшее развитие, быстрейшая атака слабого пункта, ну и дальше все крутится вокруг этого.